Товарищ Николай, расскажите своим подписчикам, как вы ловите рыбу. Мы не ловим сегодня рыбу. Пытаемся. Рыбы сегодня нет. Нет. В садок у нас абсолютно пустой. Очищаем ведро. Сащенко, правильно? Все. Так, пакета у них вот. Хватит. У нас все рассчитано. Как ты так? А вот так. Загружаем. Не подобрал ключик? На тренировке было все по-другому. Как обычно. Все иначе. Когда так ездишь, ловишь одно. Не издевайся над человеком. Ноль, да? Угу. Видел? Да. Кило 345. Продон качается. Так, всем добрый день. Нет. Все живы, здоровы. Так точно. Бодрые, горяченького поели. Естественно. Сил подобрали, там, которые растеряли в борьбе с рыбой. У кого-то мифическое, у кого-то реальное. Так. Надеюсь, чемпионат города Брянска удался. Хотя и на Смоленской земле. Спасибо мальчанам за гостеприимство, за рыбу, которую ваш водоем предоставил брянским и приезжим. Так, сейчас будем оглашать результаты соревнований. Хорошо, что все, спасибо вам, что все дотерпели до конца. Условия были суровые.
как говорится, фидер в основном это летняя дисциплина, но попытались сделать экспериментальный вариант. Зимний. Понравилось, надеюсь. Очень. Да! И даже удачи приезжим. В следующем году будем, наверное, так же повторять. Кому понравилось, приедете, будете еще участвовать. Там главное, чтобы погода. Подлёдный фидер. Подлёдный, это, ну, изобретете, я думаю, за год у вас. Иван. Игра. Призы от спонсора. Заметьте, да. Он от сапогов вытряхивал. Бля, какая звезда. Вот. Игорь! Игорь! Дай ему все медали отдать. Так, призы от спонсора. Да. Максим, говори это там. Кто, да так. Все, он же говори знает. Про спонсора. Так, плюс сертификат. Плюс сертификат. На 1000 рублей от компании «Дискус» и рыбачьте с нами. Там купон, да? Дали именные, дали много у вас. Будете полностью. Компания «Фишбейт». От компании «Дискус» и рыбачьте с нами сертификат на 2000 рублей. Ну и чемпиона в личном зачете. Из команды Warfam Руденко. Руденко. Леха потом объяснит. По дороге. Зона Б всех порвала. В смысле, всего 240? 5 килограмм, 240 грамм. Призы от спонсора. Тут вообще без вариантов. И кубок. Переходящий. Нет. Останется. Корыто. Хоть нормальную прикормку попробуешь, Саш. Шуточные сейчас будут. У нас есть еще приз за Big Fish. Small Fish не дали. А приз зрительских симпатий. Small Fish это. Big Fish есть приз. Big Fish. Из команды Big Fish. Получает Big Fish за Big Fish праздника. А кто стал Big Fish? 410 грамм. Подлечник. Подлечник, да. Нет. Коль, поворачивайся. Говорящее название сыграло. Ну, конечно. Еще раз. По-другому и быть не могло. Третье место призовое, наградное. Майвер Дунаев. Колганов, Нагурский. Языков. Ребята приехали. На сколько? 8 килограмм 490 грамм. Бронза. Призер. Долгой упорной борьбе. Зона В, тяжелая зона. Будем знать. Это мертвая зона. Серега, не понаслышке знает. От компании «Оптимист». Прикормочка. Закормите Москву реку. Парни. Команда Форум Фарм в составе Руденко, Журин, Сенцов. Ура! 10 грамм! Больше всех наловили, ребята. Управляю на серебро-то. Стеганули, да. От компании «Оптимист». Поздравляем. Прикормочка. Я всех возьму. Да ты куда? Это мне. От компании «Фишбейт». Это мне тоже. Пеликаны набрал. Все мне. Коробка какая-то. Так, парни, 3:15. Юр, во львеху только не мешай. На первое место победитель. Обладатели Кубка города. В командном зачете. Уже чемпионат. ЛК «Фишбейт». Не знаю, был Чифранов. И Чифранов. Ага, и Караваев. А я держу. 550 грамм. Главное, как будут награждаться, так пошли. Прикормка, что и сам Чифран работает. Компания.
От компании Fishbait. Давайте, становитесь в позу. Так, и немножечко нагнитесь. Ладно, я понял, еще немножко наклонился. И немножечко нагнулись, парни. Нагнись, наклонись. Отлично, еще раз. У нас есть объявление небольшое после этого призеров. Ну, сейчас будем заканчивать. В федерацию вступил у нас новый человек. Это соревнования проводила Федерация рыболовного спорта Брянской области. Киселев. Сергей Анатольевич. А простава. А простава. Удостоверение. Федерации. Он без призов, но обязательно с ними будет. Номер 12. Тебя пузырь. Какой номер? За номером это. У Ленина забрали. А лыжку его. Ну все, призы все вручены, ребят. Я опять же повторюсь. Надеюсь, всем понравилось. Спасибо вам, что выдержали этот марафон. Плохо, что, конечно, я понимаю спортивную составляющую, что было в один тур. Конечно, в два тура было более справедливо. Но провели, сами понимаете, экспериментальный зимний, народ морозит. Дни короткие, поэтому постарались так. Надеюсь, все понравились. До встречи. Ну, я не то что про все соревнования, а про морозка, вот соревнования такого зимнего формата. Экспериментально, я знаю, у москвичей там проходит много таких фестивалей. На наших там соревнованиях, Черноземье, ну, это могу сказать один из первых. Я других не знаю случаев. Поэтому ждем вас в следующем году. Всех на такой. Надеюсь, всем понравилось. И спасибо Повару! Повару отдельно. Спасибо судейской категории. Ой, судейской категории.